Итак, сегодня выездная диагностика Kia Rio X-Line 2017 года выпуска. Смотрим мы для клиента из Новгородской области данный автомобиль, проверяем его дистанционно. У нас автомобиль 2017 года выпуска, 1.6, бензин, автоматическая коробка передач. Автомобиль из-под юрлица, значит, продается в одном из салонов города Пскова, сдан по системе Trade-In. Итак, что касаемо осмотра автомобиля. По передней части есть сколы, по капоту, переднему бамперу. Трубы у нас чистые. Резина в среднем состоянии. Тормоза в нормально рабочем состоянии. Пробег автомобиля 100+. Покажу немного салон. Салон у нас, в принципе, без особых следов износа, но грязный. Нужно его будет прохимчистить. Значит, боковина сидений в хорошем состоянии, не заломаны. Есть следы износа кожаного, значит, рулевого колеса на стыках. Ручка селектора КПП без износов особых. Педаль также без износов. Климат работает, холодит, переключает. Также у автомобиля есть зимний пакет подогрева руля, также сидений. Значит, задний ряд сидений также нужно будет похимчистить, тканевый салон. Подкапотное пространство пыльное, но без всяких маслопотеков и лишних шумов. В принципе, здесь все нормально. Железо навесное, крылья, капот не крутились, болты не срывались. Ошибок по электронике нет. По окрасам кузов полностью в заводском окрасе. В принципе, все. Информацию я передал заказчику. Обязательно проверяйте, что хотите купить. Всем хороших машин. Всем пока.